Всем привет, у нас сегодня 12 мая 2024 года, 13.30 утра. Это Южный проспект, в сторону Паралии иду. И сейчас посмотрим, что творится у нас в Паралии. Сегодня 20 градусов тепла, хороший денек, ну и будем смотреть. Так, ну вот, подходим к Паралии. Экскурсии уже заработали. Вот так выглядит арочка Паралии на сегодняшний момент. И полные урны мусора, которые летят даже сверху. Так, открываются палаточки, привезли, установят новые лавочки, новые урны вот в таком стиле будут. Все успеют смонтировать. Воскресный день сегодня, поэтому народу должно быть на Паралии немало. Вот здесь лавочки собрали, вот такие будут лавочки. Вовсю подготовка идет. Фасоль открылся, магазинчик. На здесь вот такие лавочки собрали. Эти разные. Прям на, через каждые 10 метров лавочки. Это не может не радовать. Музыка. Открылись павильончики. Пирозавр. Мотаю нервы качественно. Ведьмы не стареют, футболочки с названием. Кожа, пальто, все. Пооткрывали. Казацкие шапки, меха открыли. Призовые тиры. Аттракционы открывают. Ну, оживает Паралия. Грин-бар открылся. Это в Гаргипе отеле. 12 мая, 19.00, лучшее время сейчас. Эти кафешечки открыты, сидят уже, кушают, выпивают. Да, к июню уже будут полна Паралия народу. Так, что у нас здесь? Курортный роман. Ростикс не открыли, видимо, еще. Скоро открытие написано, да? Будем ждать. Ларек мороженое привезли. Здесь уже и диванчики поставили, открыли мангалы, все дела. Мини-маркет «Ура» тут работал. Здесь открылись уже шашлычки, овощи на гриле, все жарят, палят. Палаточки многие открылись. Ну, жизнь оживает, оживает Паралия. Что и следовало, собственно, ожидать. Что сезон будет ранний, а на июль, на август уже на 80% все забронировано. Нынче, сейчас в это время как раз Анапа, видите, утопают в розах, кустовых, деревьях всякие. Розы, это очень красиво выглядит. Сладости, овощи, фрукты. Все уже появилось, специи, орехи. Даже видите, из фруктов делают коктейли. Детские аттракционы, машинки, все появилось. Да, через неделю здесь будет уже народу существенно больше. Так, а здесь ближе к морю у нас еще идет подготовка полным ходом. Вот здесь чебуреки
от шефа. В прошлом году, помнится, мы с двоюродным братом здесь разочек съели. Не понравились. Дали полухолодный. Надо было идти им отдать, чтобы они сами такие ели. Афрокосы и в этом сезон будут в цене, уже в моде, в тренде. Пивбар, пивко, винцо. Тир, и выходим на паралию. Видите, многие идут, загорают уже. Солнышко хорошо припекает. Ну и вот какой-то новые павильончики строят. Здесь аж нивелиром отстреливают. Вот это тут грин бар тоже будет. Настил есть. Опа, я даже сначала не заметил. Уже шикарно идти. Пункт полиции. Было справа, сейчас слева. По сути дела, это не меняет. Кто-то отдыхает, кто-то работает. Кто-то, как я, у себя в гостевом доме готовится. Находит время и выходит к морю, показывает вам. Меня тут не нравится этот. Что творится? Вот здесь какой-то солидный постамент делают. Что здесь будет? Мы все увидим с вами. Девушка остановилась, взяла клубнички, чуть-чуть хеллы, чурчхеллы и на море. Явно из отдыхающих. Краном устанавливают навесы, металлические конструкции. Здесь нам готовят рулеты. Вот эти туалеты у нас будут. Душ, туалет. Переодевалочки уже стоят. Да, да, да. Все очень быстро. К июню все будет готово. Так, это у нас для кальянных. С подушками-пердушками, мягенькими подушечками сидеть, на которых одна кальянная уже натянута, грязноватый шатер. Второй установлен в конструкции, делают постамент. Лежаки еще не привезли. Нет, несколько уже есть лежаков. Море спокойное, чистейшее, трех оттенков. Сейчас подойдем, все вам покажу. Колориты России выставлена. Табличка: шторм, купание запрещено. При этом море спокойное, спокойное, ни одной волны нету. Шторм. Вот это называется штормом. Загорают дамочки. Детишки купаются. Строят песчаные замки уже, как всегда, крепости. Так у нас выглядит паралия. Так, ну пойдемте посмотрим, что справа от пирса творится. Загорают также. Вот эта одинокая лавочка здесь. Постоянно здесь сидят. Летом, мне кажется, очередь будет вот на этой лавочке посидеть здесь. Ну, посмотрите, загорают, загорают люди. Кто-то купается. Но вот видите, водичка холодненькая. Пока холодно, по-прежнему течение не сменилось. И вода холодная. Но мне кажется, еще день-два и уже вода не будет ледяной. А так люди загорают. Загорают, отдыхают. Зря, что ли, приехали.
Ну что, друзья, сегодня я небольшой свой обзор с параллии буду заканчивать. Как я обещал вам еще раз, море, посмотрите, трех цветов. Прозрачное, бирюзовое, голубое, темно-синее, уже четырех даже, красота. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет больше и интереснее. Всем пока-пока, друзья, чао.